При фронтовом городе ясеноватая начался отопительный сезон. Как заявил начальник отдела в ЖКХ городской администрации Константин Колюбаев, бесперебойно работают одна угольная и 11 газовых котельных. Начало отопительного сезона пришлось на 15 октября. Сложностей с началом работы котельных не было, все проходило в плановом режиме. Теплоснабжение поступает в учебные и дошкольные учреждения, в числе которых 9 школ и 10 детских садов. Также исправно отапливаются и жилые кварталы города. Ирина Семенова, специально для «Новороссия ТВ».